Снежная королева. Часть первая. Ну что ж, можем начинать. Случилось это давным-давно. Ужасно холодной зимней ночью. Такой же, как сегодня. Самый подходящий для сил зла. Так решил царь троллей. И задумал он смастерить чудесное зеркало. Но принесло оно лишь беды и несчастье добрым людям по всему миру. Что же сотворил царь троллей с тем зеркалом, что сам он создал? Волшебное зеркало он расколол на сотни миллионов крошечных осколков. И разнесли их ветры. И рассеялись они на все четыре стороны, неся в каждую страну лишь горе. Ибо когда один из этих осколков попадал человеку в глаз, то на что бы он ни смотрел, видел одно лишь безобразное. Даже крошечный осколок обладал той же волшебной силой, что и все зеркало в целом. А некоторым несчастным осколки попадали в самое сердце. И крошечные эти осколки носились по ветру еще много лет. А теперь вы узнаете, что же случилось лишь с одним или двумя из них. В больших городах у людей вместо сада всего пара цветочных горшков. Но здесь жили двое бедных детей, у которых было кое-что получше. Кай и Герда не были братом и сестрой, но любили они друг друга точно так же. И весной, летом и осенью им, чтобы быть вместе, достаточно было высунуться из окон. Зимой же все было иначе. Хватит головоломок, Кай. Ты заканчиваешь их прежде, чем я успеваю начать. Прости, Герда, что делать? Просто у меня к ним талант. Бабушка, так нечестно. Снег будто нарочно хочет помешать нам с Гердой играть в нашем саду. О, да. Эти снежные пчелки всегда шалят, стоит им собраться в рой. Снежные пчелки? А есть у них королева, как у пчел настоящих? Ну, конечно, есть, мой милый. И сидит она в самом центре роя. А пчелки кружатся вокруг нее, ибо ее ледяное сердце не дает им растаять, когда наступает весна. Бабушка, а ты ее видела? Ровно в полночь она нередко пролетает по улицам города и заглядывает к людям в окошки. И взгляд ее столь холоден, что у человека изо рта идет пар, и окна покрываются ледяными узорами. Но сюда снежная королева ворваться не может? Конечно же нет, деточка. Тут для нее слишком жарко.
Пусть только попробует Герда. Уж я-то сумею тебя защитить. Вот посажу ее на теплую печку, она и растает. Не вздумай сделать так, Кай. Не то она разозлится. А если снежная королева разозлится... Бабушка! У меня для тебя головоломка. Бабушка! Нет, нет, я сплю. Такого не бывает. Как я замерз. Все верно. Просто сон. Пришла весна, а за ней лето. Прекрати! Мне картинки не видно. Мне тоже. Правда, розы наши в этом году прекрасны? Понюхай-ка их, Кай. Я прошу. Раз ты так хочешь. Герда, мое сердце. Кай, что с тобой? А теперь что-то в глаз попало. Не бойся, Кай, стой спокойно. Нет, ничего не вижу. Хватит. Что бы там ни было, его уже нет. Вот и чудесно. А то я испугалась. Герда, ну-ка прекрати. Надоело мне и ты, и этот глупый сад. Цветы эти будто черви поели. А несет от них, как от гнилой капусты. Наша книжка, ты испортил ее. Книжка эта для малышей. Никаких в ней нет фактов, ни графиков, ни карт. Что у тебя с глазами? Какие-то они красные, мокрые. Ты довел меня до слез. Ты никогда не делал так прежде. Правда. Все, прекрати! Какая ты уродина! Ладно, надоело мне здесь. Пойду-ка я к себе закончу новую головоломку. Совсем один. Бедная Герда. Так бы взял и сказал этому Каю, кто он такой. Я тоже. Ты? Ну, ладно, идем. Что? Нет, я имел в виду, я бы тоже что-нибудь взял. И все. Ничего не понимаю. Почему Кай со мной такой злой? Виноват же во всем был осколок зеркала у него в глазу, да кусочек льда в моем сердце. Наступила осень. Кай вел себя все хуже и хуже. Бабушка, посмотри, я старый и больной, прямо как ты. Прошу тебя, Кай, верни мне очки. Я без них не вижу. Бедная бабушка Кая. Ничего хуже он еще не совершал. Точно, точно. Это на нее не похоже. А что? Бабушка, Кай сам не свой. Может, он думает, что стал взрослым. С мальчиками такое бывает. Нет, с ним происходит что-то ужасное. Я просто чувствую.
Впервые в жизни спешу оставить на зиму наш милый садик. Этот Кай нанес престижу квартала непоправимый удар. Золотые слова, мой друг. Когда же пришла зима, у Кая для Герды совсем не осталось времени. Что-то задумала? Что происходит с тобой, Кай? Ты почти не говоришь со мной с того самого летнего дня в нашем розовом садике. Да, у меня теперь новые друзья. А цветы я больше не люблю. Они противные и нематематические. Ясно? Нематематические? Постараюсь объяснить тебе попроще. Видишь? До чего правильная форма в каждой детали. Совершенство, как сама снежная королева. По сравнению с этим розы просто уродливы и нечисты. Довольно. Мы собрались кататься на санках по главной площади. Вот это сани! Да, посмеешь к ним прицепиться? Смелее, Кай! Маленький разбойник! Кай? Кай! Кучер! Останови! За несколько минут они донеслись до городских ворот. Стой! Отпусти меня! Бесполезно! Чистый лед! Нет! Стой! Прошу! Вскоре наступила ночь. И Кай перестал понимать, где же он находится. Прошу вас, довольно! Остановитесь! Послушайте, я только хотел поиграть. Постойте, это же вы! Да, я Снежная Королева. А ты? Кай. Мне так не терпелось познакомиться с тобой. Ибо такие, как ты, мне как раз и нравятся. Правда? Говорю тебе, мы с тобой скоро станем лучшими друзьями. Станем? Вы прекрасны, Ваше Величество, словно снежинка, совершенны, математически. А я знаю всю арифметику, Ваше Величество, и даже с дробями знаю. Умный мальчик. Так Снежная Королева перенесла Кая в свой ледяной дворец. Ее поцелуи заставили его забыть о доме. А тролль хохотал, ибо причинил столько зла. Пролетели месяцы и годы. Герда, прошу тебя, смирись с тем, что его больше нет. В городе думают, что он, наверное, упал в реку. Бабушка! Знаю, милая. А теперь примерь-ка подарок на день рождения. Посмотри, подходят ли. Так-то лучше, милая.
бабушка права. Кай давно уже мертв. Да чего грустно. Сил нет смотреть на это. У меня тоже. Полетели отсюда. Стало быть, Кай мертв? Я в это не верю. Я тоже не верю в это. А знаете, ласточки, вы правы. Я тоже думаю, что Кай жив. И не поверю в его смерть, пока не буду знать точно. Спасибо вам, ласточки. Спасибо вам за надежду. Бедная девочка. Я сказал это, чтобы ободрить ее. Я тоже. Госпожа Речка, правда ли это, что ты забрала себе моего лучшего друга, Кая? Вот мои новые красные башмачки. Забирай их, если только вернешь его мне. Хорошо, госпожа Речка. Лови. О, нет. Башмачки. Возможно, взамен она отнесет меня туда, где Кай. Другой надежды у меня нет. Что ты делаешь в этой лодке совсем одна, дитя мое? Веревка оборвалась, и меня унесло вниз по течению. Вот ты и спасена, цела и невредима. А теперь иди в дом, и ты расскажешь мне все о себе. Насколько я знаю, здесь твой дружок не проходил. Но если ты задержишься, то, может, он и появится. Спасибо вам, но я должна... Мне надо искать дальше. Нет, нет, ты останешься здесь, дитя. Я так часто мечтала, что я тут не одна. И жить у меня тебе понравится. Вот увидишь. Пока старуха расчесывала Герде волосы волшебным гребешком, та понемногу совсем забыла о Кае. Старуха эта была ведьмой, правда, не злой. А Герду она задержала, лишь бы не оставаться одной. Какие у нас чудесные розы, Кай! Какие чудесные розы! Розы? Простите, розы, но вы не должны напоминать Герде о доме и о ее маленьком друге Кае. А потому лезьте назад под землю. Обещаю вам, я в долгу не останусь. Свежего конского навоза? Раз в неделю?
И так каждый раз. Странно. Я здесь уже много недель, а мне все еще кажется, будто мне чего-то не хватает. Что бы это значило? Да. Теперь я вспомнила. Это же роза. О, да, точно. В саду нет ни одной розы. Но отчего? И почему мне вдруг стало так грустно? Да, как вы красивы. И вдруг заклятие старухи перестало действовать. Я совсем забыла, что должна найти Кая. Что же случилось? Я все поняла. Злая старуха. Послушайте, вы все были под землей. Не видели вы там моего друга, Кая? Ну, слава богу. Значит, он все еще жив? Пойду-ка я лучше прямо сейчас. Мне казалось, Розы, мы договорились. Прошу тебя, Герда, не уходи. Мне так одиноко. Не сердись на меня. Кай! Герда, умоляю! Не уходи! Герда бежала, и время, что текло в волшебном саду по-иному, теперь обрушилось на нее. И оказалось, что ей 13 лет. Как же мне холодно. Хочете спать? Прилягу-ка я. Так бедняжка Герда уснула прямо в снегу. И хотелось ей, чтобы ей приснился Кай, ибо в сновидениях он не был таким далеким. А злой тролль чуть не лопнул от смеха, видя, сколько горя он причинил. Дальше я расскажу вам, что же случилось с маленькой Гердой и с ее милым другом Каем. Ну-ну, не переживайте. Моя история закончится так, как и должна. Но все это в следующий раз. А пока...